Nokia 1650. Замена клавиатуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 1650». Замена клавиатуры в данной модели чаще всего связана со стиранием нанесенной на кнопки краски. С обратной стороны передней части корпуса пластмассовой лопаткой выдавливаем фиксаторы клавиатуры. После проделанной процедуры клавиатура легко вынимается руками. Новая клавиатура прикладывается к передней части корпуса и продавливается пальцами по всему периметру до защелкивания всех фиксаторов. Все, клавиатура установлена.